The enemy has this. Да, конечно. Видишь, да? Это просто как турель. Лево и вправо работает. По всем направлениям. Бьет снайпер. Бьет снайпер. Где? Больно. Не знаю, где-то с территории. А еще где-то... Ладно, 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 ладно. А я там перед тобой, они еще один. У них танк едет вдоль берега. Ай, черт, это снайпер был. Я ему оставила там буквально не перекрыл. Пока ты вот. Что ж ты не прикрываешь? Я попал по нему. Но он не умер. У меня другой. Там есть, что ли? Типа тех, кто только зарез, после нельзя убивать. Это их проблема, что они зарез, плюс у меня на глазах. Дал ему в голову, а появился желтый крестик, и ему урон не прошел. Что это за новость? Снайпер в команде. Снайпер, почему вы воюете? Я ни с кем не воюю. До этого воевал с кем. Там сфере есть, что-то прибегал, так что не делай. Прям снайперы, они как... А ты зачем? А, Инкот, ты медик, да? Я медик. Знаем, что мы уходим. Нормально, я не могу дверь открыть, чего дверь не открывать? У тебя лапки. А просто чувак делал, это что видела. Тут еще знаете, что тоже? Они сделали небольшую задержку между прицеливанием и выстрелом. То есть ты сейчас не сможешь сделать типа фаст такой шот.
как можешь, как если прокачаешь ствол. А, да? Да, там ты прокачиваешь ствол, и ты можешь уменьшить сбросителя у него. 3-1. Бегает на поле. Как раз один боец сзади прибегает. Вместе что-то пришли, стоп, вперед постоянно. Как? Что, трофейник? Так, пойди, собери патроны. Там же патроны можно собрать. Если мы захватили бы эту точку, мы быстро бы выиграли. Ну, что с ней делать? Не знаю, там пролезть вообще нравится. Чего тут не спуститься? Нет, ложись. Блин, еще база вкладывает. Побегите, беги, 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 беги. Я запираю А потихонечку. Мне тут помощь надо. Хорошо, я там танк отогнал, но он живой. А у тебя нет собой. ВХ включилась. Я же не включал вроде. Граната! А можно оживить еще? Да. Ich versorg deine Wunden. Да что ж. Ich flieg dich wieder zusammen. Работа, игра. Ой, ё. Лучше сейчас не видеть, как я тебя оживляю. Я это видел. Свет.